Мы до сих пор не получили вести от повелителя брата. А если с ним что-то случилось? Упаси Аллах. Он пережил тяжелое горе, потерял детей. Да пребудут они в раю. Аминь. Входи. Шехзаде. Шехзаде Баязет покинул дворец. Ты следишь за Баязетом, Касым? Просто предпринял меры безопасности, брат. К тому же не зря. Раз он вышел из дворца, значит, снова что-то задумал. Касым, ты навлечешь беду на свою голову. Если брат узнает, если сможет услышать Ибрагим, откуда нам знать, что с ним ничего не случилось? А если он попал в ловушку, и поэтому мы не можем ничего о нем узнать? Если Баязет сядет на трон, это будет нашим концом. Я должен помешать. Касым, не надо. Надо сказать Валиде, она что-нибудь придумает. Ты не понимаешь, Ибрагим. Все мы под угрозой, и Валиде тоже. Если я прослежу за Баязетом, я смогу узнать, что он делает. Хорошо. Тогда я иду с тобой. Нельзя. Я тебе помогу. Так будет легче. Ибрагим, ни в коем случае, ты оставайся. И никому об этом не рассказывай. Кёсэм всем лжет, мой лев. Как я и говорю, султана Мурата нигде нет. Такое невозможно, Валиде. Конечно же, кто-то знает, где он. Мой брат столько всего пережил. Может, он захотел немного отдалиться. Не будь в этом так уверен. Может, он умер, а от нас это скрывают. Упаси Аллах. Упаси Аллах, Валиде. Если бы так было, то почему бы им это скрывать? Чтобы выиграть время. Это ведь Кёсэм. Если султан Мурат умер, она может скрывать это, чтобы посадить на трон своего сына Шахзаде Касыма. Баязет, это все не к добру. Кёсэм точно что-то задумала. Это и есть дом Калики Хатун Шахзаде. Хорошо. Возвращайся во дворец. Как прикажете. Шахзаде Хадзири? Вы... Как вы можете так входить? Почему? Почему вы здесь? Ты знаешь, кого ищу? Кто? Кого вы ищете? Баязет, где он? Баязет! Касым. Он внутри, так? Не вздумай, сынок. Если он тебя увидит, всем расскажет. Здесь никого нет. Валиде, очевидно, что он следил за мной. Баязет, не прячься. Я же говорю, что здесь никого нет. Если не выйду, он увидит вас. Баязет, не бойтесь, я все решу. Нет, стой. Ни за что. Я же вам говорю, что здесь никого нет. Шахзаде, здесь никого нет. Баязет! Гюльбахар Султан?